Ну и с огромным, вот с продлением жизни, конечно, об этом эта мечта жила всегда в людях, и она будет жить. Так что человек будет, сколько он будет жить, столько он будет думать об этом. Конечно, продлить свою жизнь хотя бы до 150 лет, что возможно вполне. Есть некоторые, мы уже понимаем суть вопроса и философию именно развития клетки, и что за этим стоит. Я думаю, это вполне, это, жаль, если это не будет в наше время. Но наши дети уже будут свидетелями того, что легко можно будет продлевать на 10, на 20 и на 30 лет жизнь. И это хороший результат. Все-таки люди достойны как-то жить дольше, качественную жизнь прожить, увидеть больше. Это, я думаю, это достойно.